Наконец сирень расцвела в полную силу. Красота. Целый детский городок. А эта женщина пригрела змею на груди. Слушайте, какая хорошая процедура, такой антистресс. Да вы что, в конечном итоге? Вот так. Слушайте, такой страх у меня всю жизнь был. Я их боялась, даже не могла потрогать. Ой, как классно. Вот так еще, там меняли как-то. А в чем прикол подержать эту змею? Ну, что как, она... знаете, как приятно. Только приятно, а не страшно? Было мне страшно. Я страшно вообще... приятно. Я в жизни, для меня супер. Это был в жизни страшно первый приятно. Страх. А теперь это настолько хорошо, Анька. Среднюю хочешь? А мы уже держите, спасибо. Да. Какую ты хочешь? Оль, взять. Давай, сходи. Да, такой аттракцион неожиданный. Это новая змейка? Да, здрасте. Откуда она новая? Это моя самая первая змейка. А сколько им лет? Вот скажем все по-разному. А сколько змей живут? Все тоже по-разному. Большие больше. Ну, больше это 50. Иди сюда, пройди. Это мальчики и девочки. Слушай, давай второй еще про змей изучим. А где вы этих змей еще показываете? Приглашайте на праздник. Какая прелесть. Юан, ты куда? Красота, да? Вам нравится? Пойдем еще ниже покажем. Главный приз в детской номинации. Это только начало награждения. Аплодисменты! Самый юный участник. Ой, его даже не видно.
Из заголовок людей даже не видно самого главного участника, маленького. Тулега сияполе, сейчас пилти ка теха. Окей. А что нет? Яа, аплаус! Ну что, поблагодарим еще раз всех юных участников карнавала. Аплодисменты! Thank you.